целью снижения числа ДТП с участием детей и подростков, а также профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Подмосковья проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В его рамках с 30 августа по 5 сентября в Одинцовском округе проводится профилактический рейд «Ребенок, пассажир, пешеход». Госавтоинспекторы напоминают всем участникам дорожного движения о правилах безопасности на улице и в автомобиле. Призывают водителей быть особенно осторожными за рулем, когда в салоне дети.